А, твой... Идите, ладно, идите сюда. Да сколько вас тут? И... Офигеть! Так, минус один, патронов нету, тут патронов нету. Так, калаша тоже нету. Так, хорошо, снайперка. Иди сюда! А! Офигеть просто! Так. Эти сволочи проклятые, они знали то, что я сюда приду, конченые бандюганы. Так, все, успокоиться. Все нормально. Ни хрена не нормально. Ну ладно. Фу, оружие. У меня вообще оружия никого нету, только дробаш проклятый. Вообще нифига нету. Так, хорошо, надо. Офигеть. Ладно, идите сюда. Надо сваливать отсюда, конченые зомби! Сколько вас тут? Еще... Идите сюда! Так. Неинтересно, откуда эти проклятые бандиты знали то, что я сюда приду? Они мне устроили вот тут ловушку. Так, это не к добру. Надо сваливать отсюда. Вообще нахрен, надо валить с этого проклятого города. Так, хорошо. Где? Иду я на военную базу, беру вот этот конченый истребитель и сваливаю отсюда. Заколебали эти бандиты конченые. Они уже знают, куда я перейду. Может, они мне куда-то жучок установили? Так, хорошо, надо сваливать отсюда с этого города. Я знаю, где есть самолет, поэтому надо отсюда валить. Так, еду туда. И сразу сажусь сам... Чё это за хрень? Бандитный танк! Как, в смысле? Так. Откуда не знать, куда я буду ехать, откуда? Так, хорошо. Надо отсюда валить. Ещё! Не, это уже ненормально. Они знают, где я буду, они уже... Они мне баррикад устраивают на улице, они знают, куда я приду. Надо валить отсюда. Зомби. Так. Тихо. Идите сюда, паскуда. Иди сюда. Офигеть. Откуда они знают, куда я приду? Так. Чё вы нафиг? Чё? Какие-то вялые вы сегодня зомби. Идите сюда, паскуда. Да, в принципе, посрать на этих зомби. У меня бронька хорошая. Так. Вот тут никого нету. Свет. Это похоже, это больница. Так, надо валить отсюда. Так. Нехорошо. Ладно. Сейчас ночью как-то тоже не особо круто гулять, если я сюда зайду. Твою мать. Ладно, надо... Переждать, успокоиться. Идите сюда! Сколько же вас тут нафиг? Иди сюда, гигант проклятый! Куда? Давай, слезай! Не на голову мне! Иди сюда! Фу, чуть не убил! Чё за хреново туча экшена сегодня? Я сейчас сдохну просто от стресса такого. Так, свет. Есть тут свет в этом? Чё это вообще такое? Так. Надо немного передохнуть, а то еще реально рипнусь так, если только буду нервничать. Так, это, походу, какой-то бар, да? Это бар. Надо свет везде включить. Так, это реально какой-то бар. Хорошо. Надо все тут... С мыслями. Сейчас, секунду, надо с мыслями собраться. Сейчас я все переосмыслю. Посмотрю, какие у меня есть патроны. Что у меня вообще есть. Так, хорошо. У меня есть вот этот доисторический дробаш. Калаши, у меня патронов нету, значит, можно ее сюда выложить. Снайперка, 4 патрона есть. Миниган, конечно, миниган полезный. Но он долго заряжается, долго перезаряжается. Больше у меня вообще нигде патронов нету. Ни в старой снайперке. Тут вообще ничего нету. Есть, конечно, дымовухи, но в бэкпаках нет. У меня тоже больше ничего нету. Ах, хорошо, что я хотя бы немного... Фух, хотя бы немного собрался с духом.
Что это вообще за хрень? Что это творится? Что это за дичь такая творится? Откуда они вообще знают, где... Куда я пойду, где я появлюсь? И вообще, у меня реально, может, жучок нафиг где-то есть. Я просто не могу понять, откуда они знают, куда я... Может, у меня в этой броньке есть какой-то жучок? Так, лучше я его реально нафиг выкину. На всякий случай, у меня уже реально, у меня уже просто истерика, у меня уже паранойя, я даже не знаю, что от них ожидать. Почему они на каждом углу меня поджигают? Они знают, куда я пойду. Они просто они расставили на каждом углу свои патрули, свои отряды, там везде... Я слышал шаги, или мне показалось? Они расставили на каждом углу свои патрули, свои отряды, танки, вертолеты, я даже видел. Откуда... Чёртовой матери, они знают, где я появлюсь и куда я пойду. Фух, так, ладно. Фух, так, если это бар... Конское мясо, какое к черту конское мясо? Так, хорошо. Фух, я еще немного тут посижу. Переосмыслю, что вообще сейчас происходит. Мне 100% надо сваливать с этого проклятого города. Я не знаю, в другой город, в поля... Какие-то деревни. Надо сваливать отсюда. Так, хорошо. Гамбургер и пивандрий. Хотя бы можно перекусить. Хорошо, пивандрий сейчас. Так, сейчас я все переосмыслю. Ой, выкинул ее. Сейчас я все переосмыслю, потому что нельзя так. Если не знают, где я, мне надо найти способ, как выбраться с этого проклятого города и просто свалить отсюда. Я 100% найду маму Жеки рано или поздно. Жека, бедный Жека. Так уже и светло даже на улице. Но в этом городе 100% нельзя оставаться. Поэтому я сейчас забегу домой. У меня там есть одежда, у меня там есть патроны, припасы, у меня там есть... Что еще? Одежда у меня там есть, хапчик какой-то есть. Короче, у меня там много всякого. Хорошо. Ладно, надо сваливать с этого города и валить отсюда как можно дальше. Ладно, все, хватит сидеть. Надо валить отсюда нафиг, я уже больше просто так не могу. Твою мать! Кто? Как? Ты сюда за... Как они сюда... Ладно, через окно надо... Твою мать! Как они опять сюда забрались? Как не выбраться отсюда? На крышу. Как опять они сюда пришли? Кто их сюда опять загнал? Так, тут уже, походу, кто-то был. Тут уже кто-то ночевал, нафиг. На крышу. Тут зомби, нафиг. Как они опять сюда пришли? Кто их сюда опять... Сидеть тут. Машина. У меня просто выбора нет. У меня домой валить как можно быстрее. Твою мать, ладно. В жопу это все. Идите в жопу, проклятые. Проклятые зомби. Опять. Валите нахрен к черту. Надо валить отсюда. Так, тихо, спокойно. Да, офигеть, спокойно, меня сейчас угрохают, спокойно. И тут бандиты. Так, и тут бандиты. Не, пацаны, пожалуйста, не надо, пацаны.